Привет-привет. Добрый день, дорогие друзья. Я, как вы уже догадались, на Ваганьковском кладбище. А по какому поводу? Сегодня 15 сентября. День рождения Михаила Танича. Поэт-песенник, написавший огромный вообще список песен, стихов, на которые написаны песни. Огромное количество. Допустим, так, и если взять то, что он написал для группы «Лесоповал», это приблизительно 300 песен. Да. Поэтому мы сейчас к нему направляемся. Посмотрим, как там обстановка. Поехали. Так, а пока я направляюсь к могиле Михаила Танича, походу буду показывать еще могилы. Это могила Бабукин Валентин Борисович, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Российской Федерации. Смотрите как. В виде футбольного поля могила выполнена. Золотая бутса, золотой мяч. Идем дальше. Ну, как вы уже знаете, Ваганьковское кладбище – это старинное кладбище. Смотрите, что-то старинная могила, слегка заброшена. Надпись стерта, не видно даже ничего. Так, вот тоже старинная могила, смотрите, как выполнена. Профессор Николай Стороженко, жена профессора Ольга Стороженко. Дата смерти, год смерти, 1896 год. Так, а здесь, я так понимаю, тоже должен быть крест, но что-то его нет, по-моему. Может, что-то еще было здесь. Металлическая там штука. Так, идем дальше. Вот, смотрите, как тоже скончался 1913 год. Николай Волошев. Такой я еще не видел крест. Интересно. Еще старая могила. Жена тайного советника Александра Ивановна Арестова. 1906 год. Год смерти. Так. Чё-то хочу туда поближе подойти. Посмотрите. Смотрите, как вот это тоже красиво. Семейная могила. Так, здесь. Булгаков Александр похоронен. Ну, молодой парень. 30 лет, получается, было. Так, сейчас еще хочу вам на ту могилу вот подойти. Так, не знаю, отсюда будет видно. Я, если честно, не знаю, как туда подойти. Смотрите, как красиво сделано. Артемов Виктор. Виктор Артемов. Так, хотя я сейчас, может быть, попробую поближе подойти. Так, сейчас, секунду. Так, так, так. Ну, там есть, да, проход как-то. Загадочный проход вообще, на самом деле. А, вот. Вот.
Вот так вот могила выглядит. Так, идем дальше. Двигаемся дальше. Так, еще одно захоронение. Тоже красиво выполнено. Надгробие. Михаил Абрамов. Так вон там, смотрите, видите, написано «Музей русской иконы». Я думаю, это не просто так, это связано с его профессией. Три года назад скончался Михаил Абрамов. Так, идем дальше. Есть вот такие вот, смотрите, как сделано. Вообще забор, сетка сделана. Маленький такой, маленькая дверца. То есть посторонний человек туда не попадет. Попробую так показать. Ничего не видно, только решетка видна, да. Так вот так, наверное, будет видно. Семейное захоронение Юдина. Тут я сквозь дверь вот так вот. Ну, не знаю, что сказать. Да еще вот такой забор. Типа вольера какого-то, что ли, даже сделали. Похож на вольер. Так, а здесь вообще большой вот участок. Видите, тоже высокая ограда. Так, его сейчас я покажу. Не знаю, видно. Много похоронено здесь. А вот так. А темно. Уже темнеет. Так, вот так. Так, здесь могила Руфина Нифонтова, артистка. Так, рядом с этой стороны поэт Марк Лисянский. Так, а с этой стороны рядом Петр Фоменко похоронен. Режиссер. Театральный режиссер. Так, цветочки есть. Приходит. Приходит к нему на могилу. Так. Здесь рядом. Эдуард Володарский, драматург, сценарист.
Смотрите, интересно, как надгробие, скульптура какая. Лидия Черникова. Прямо очень все реалистично. Реальные размеры, я так понимаю. За стеклянным вот таким вот, смотрите, шатер стеклянный выполнили даже. Выполнен такой стеклянный шатер, это чтобы мрамор от окружающей среды не портился. Но здесь логично, да? От дождя, от снега. Так. Идем дальше. Так, а здесь Михаил Глузский похоронен. А также Андрей Глузский. Екатерина Перегудова. Дальше идем. Так, а здесь могила Зои Федорова, Виктория Федорова, Федоров Юрий Михайлович. Так. Зоя Федорова. Год смерти 1981. Могила ухожена, приходит. Приходит. Ну, не знаю, как сказать, передает ли барельеф ее вживую. Как вы думаете? Так. Идем дальше. Дорогие друзья, я еще хотел показать вам могилу Андрея Миронова. Так. Вот, пожалуйста. Необычная такая композиция. Так, здесь также его мама похоронена, Мария Владимировна Миронова. Так вот, сам Андрей. Так, красиво сделано. Смотрите, как бы цветочки, розочки. Так, наверное, уже темно, да? Не видно. Так. Вот. Андрей Миронов. Итак, дорогие друзья, мы на Ваганьковском кладбище. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Для чего подписаться надо? Чтобы не пропустить свежие выпуски, будущие выпуски не пропустить. Поэтому надо подписаться. Поставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, кого вы хотели бы увидеть в будущих моих выпусках. Так. Посмотрите, кстати, мой выпуск Стрейкуровское кладбище с могилы Юры Штанова 6 сентября, день рождения у него.
посмотрите. Там есть кое-какие интересные моменты, связанные там с проведением в Москве концерт памяти Юры Шатунова. Так, а сейчас я скоро подойду к могиле Михаила Танича. Итак, а вот я подхожу теперь к могиле Михаила Танича. Напоминаю, у него сегодня день рождения, 15 сентября. Вот так вот. Памятник в виде цветов выполнен. Свежие цветы стоят. Видно, что сегодня были люди здесь. Родственники, родные, друзья. Поэт России Михаил Танич. Год смерти 2008 год. Быстро время летит, конечно. Кажется, что это совсем недавно было. Так, я напомню, что его могила рядом с Риммой Казаковой. Находится могила Риммы Казаковой. Михаил Танич. Розочки, гвоздички. Вот, дорогие друзья. Так, дорогие друзья, мы с вами побывали на Ваганьковском кладбище, посмотрели могилы Андрея Миронова, побывали на могиле Михаила Танича, у него сегодня день рождения, 15 сентября. Там много цветов. Так что... еще кое-что посмотрели. А я двигаюсь к выходу, потому что уже достаточно темно, темнеет. Так. Геннадий Полокко. Двигаюсь к выходу. Не забывайте подписываться, как я уже говорил, чтобы не пропустить свежие выпуски. Всем желаю удачи, здоровья. Берегите себя, своих близких, родных, друзей, подруг. Пока-пока. До новых встреч. Счастливо, удачи.